Ваш родственник совершил ДТП. Схема, по которой работают мошенники, та же. Вот только жертвы обмана каждый раз новые. На этот раз на удочку злоумышленников попались двое саратовских пенсионеров. Первый раз это с бабушкой было, второй не видел, там с балкона скидывали. 300, второй 650. Чтобы не привлекать к себе внимание, приходил в темное время суток. Представлялся солидно, чтобы у пенсионеров не возникало сомнений. Пришел посыльный от серьезных людей. Вы откуда, скажите? От Романа Андреевича, за вещами Ульяны. За вещами Ульяны, от Романа Андреевича. 20-летний саратовец, вчерашний студент колледжа, сегодня подозреваемый. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция обращается к родным и близким пенсионеров. Расскажите пожилым родителям. Если кто-то звонит с незнакомого номера и говорит о проблемах у родственников, это сразу должно вызывать подозрение. В этих случаях нужно постараться справиться с эмоциями и прервать разговор. Уже потом спокойно во всем разобраться. Лучше позвонить самому якобы пострадавшему. Возможно, он сразу ответит, и ситуация разрешится. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 с мобильного 102. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.